США кандидат в президенты Дональд Трамп оказался на грани провала после скандальной публикации его вульгарных высказываний еще 11-летней давности. Напомню, в минувшую пятницу была обнародована видеозапись 2005 года, на которой миллиардер заявляет, что женщины позволяют ему хватать их руками за интимные места, поскольку он звезда. За сутки он лишился поддержки около 40 видных республиканцев. От него отреклись, в частности, Кондолиза Райс, Джон Маккейн и Арнольд Шварценеггер, а также несколько губернаторов и видные конгрессмены. Такого еще не было в истории великой старой партии. Юристы республиканцев срочно ищут способ заменить кандидата, и это при том, что до выборов остался всего месяц. Хуже того, осуждению высказывания Трампа подвергла даже его жена Мелания. Впрочем, миллиардер еще накануне извинился, заявил, что уходить не собирается, а утечка спровоцирована штабом Хиллари Клинтон.